Assalomu alaykum, tribuna o'z o'quvchilari. Saytimiz futbol olamidagi mashhur insonlar bilan suhbat uyushtirishdek yaxshi an'anasini davom ettiradi. Bugun Bunyodkor klubi mehmoni bo'ldik va klubning bosh murabbiyi Vadim Karlinich Abramov bilan suhbat uyushtiramiz. Assalomu alaykum, Vadim Karlinich. Taklifimizni qabul qilib, suhbatlashishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Avvalo, bugungi savolimizni Bunyodkor haqidagi savol bilan boshlasak. Hozirgi yosh Bunyodkor jamoasi sizning 2000-yillar avvaldagi traktor jamoangizni eslatib yuboradi. Nima deb o'ylaysiz, hozirgi Bunyodkor bilan o'sha siz boshqargan traktorning qanday o'xshashligi yoki farqi bor? Umuman o'sha traktorni qanday eslaysiz? Да что сейчас вспоминать трактор, это про жизнь. Надо смотреть вперед. Уже трактор — это история, была хорошая история с трактором. Ну, что здесь можно общего? Общего то, что, ну, ребята, которые собраны и там, и тут, хотели играть в футбол. Поэтому надеемся, что с Бунеткором получится. Вот ребята молодые, все перспективные. Они хотят научиться играть в футбол, и это радует. А наша задача, как тренеров, моих помощников, всех бунеткоровцев, создать им условия для того, чтобы для роста. Мы постараемся сделать так, чтобы они достойно выступали и в нашем чемпионате, и, конечно, это будущее, в принципе, сборной команды. У нас сейчас 5 представителей олимпийской сборной на сегодняшний день. Ну вот наша задача к отборочным играм сделать, чтобы их стало больше. Ну и будущее за национальной сборной. Тоже надеемся, что из этих ребят начнут футболисты играть за сборную Узбекистана. Пахтакор была уиндан сон. Тезро халаба козанашмиз керай дегендингиз ва Набахор билан ойиндаги галаба қанчалик позитив кайфият берди жамоага? Ну, пока отзывы хорошие вокруг. Ну, мне кажется, преждевременно сейчас делать какие-то выводы, потому что это только всего 2 игры. А чемпионат — это проходит успешно та команда, которая на протяжении всего чемпионата может поддерживать свой класс. Здесь как бы и плюс есть, и минус наш, то, что возрастная такая молодая команда, потому что молодости не соответствует стабильность, понимаете. Они могут ярко выступить в одной-двое игре, а потом произойти спад непредсказуемый. Даже по той игре, которую мы играли с Новобахором, ведя 2-0, если бы опытные ребята были бы, конечно, бы эту игру могли до конца довести в спокойном русле и, возможно, выиграть и больше. Ну а мы, видите, с учетом возраста допустили, что сделали 2-2, и, честно, нам повезло, что мы выиграли эту игру. Bunyodkorni o'tgan yillar davomida ko'plab yetakchilar tark etishdi. Hozirgi jamoa yetakchisi sifatida Xurshid G'iyosov va Dilshod Ahmadaliyevni aytishimiz mumkin. Ularning yetakchilikni o'z qo'liga olayotgani sizni qoniqtiryaptimi? Ну, вы назвали двух футболистов, и еще у нас Зухуров есть, которые до этого, в принципе, играли в нашем внутреннем чемпионате. А остальные все, которые присутствовали в этой игре, они до этого никогда не играли в чемпионатах. Может быть, я ошибаюсь, может, некоторые там выходили, а в основном они играли за дубль в свое время, там были перспективными ребятами, но в чемпионате не принимали участие. Поэтому, естественно, эти двое плюс Зухуров, они являются лидерами нашей команды, и, конечно, они должны вести за собой молодых, это вполне нормально. Энди терма жамоадаги фаолиятингиз ҳақида тўхталсак, сизни ўзбек футболидаги мухлисларнинг ҳурматини қозонган фаолиятингиз терма жамоада бўлган. Va ayniqsa 2011-yilgi Osiyo chempionatida sizning jamoangiz yorqin o'yin ko'rsatgan. Birgina Avstraliya bilan o'yinni inobatga olmasa agar, chempionat biz uchun juda yaxshi o'tgan. Ayniqsa ochilish o'yini. Zef Blatter kelgan, hamma Qatarning g'alabasini kutyapti, lekin O'zbekiston juda chiroyli o'yin ko'rsatib g'alaba qozongandi. O'sha o'yinni qanday eslaysiz? Ну, для кого-то был сюрприз, что мы обыграли там Катар. Но для меня, в принципе, и для ребят, я думаю, мы до этого в подготовительном периоде мы готовились почти месяц к этому. Ну и до этого проводили, конечно, отборочные игры, там товарищеские, вернее, матчи, которые, в принципе, показывали, что мы можем играть на хорошем уровне. До отъезда в Катар уже команда была хорошо подготовлена, честно говоря. Мы месяц почти никому не проигрывали, играли, когда и с серьезными соперниками встречались. Поэтому в игре с Катаром, я думаю, мы заслуженно победили, при этом показав неплохую игру. И в дальнейшем вот этот позыв, который произошел, он сказался на ребятах. Я благодарен тем футболистам, которые были в команде, в принципе. Надо отдать им должное. Они услышали наши требования, наши пожелания, смогли выполнить те установки, которые мы им предлагали. Надо было убедить их, что они могут действительно играть лучше. И я думаю, все-таки
мы могли бы выступить еще лучше, честно говоря. Ну, так случилось, как случилось, в принципе. Не о чем жалеть, но жизнь такова. Чорак финалда, гурух босқичи давомида, бирор тойинда қатнашмаган, Улуғбек Бақоев, асосий таркибда ўйнаган ва иккита голларини бизнинг терма жамоамизнинг тарихий ғалабасига муаллиф бўлганди. Ўша Улуғбек Бақоевнинг мусобақага бориши ҳам алоҳида тарих. Ўша Ярослав Крушельницкий жароҳат олгандан сўнг нима учун марказий ҳимоячи эмас, анан Улуғбек Бақоевни Осиё кубогига олиб кетганингиз ва Улуғбек иккинчи рақамда ўйнаган ўша мусобақада? Ну, так сложилось, что, в принципе, там надо было 23 человека, по-моему, да, в заявке, или 24, я сейчас не помню точно, но, а у нас было на 2 человека больше. И, к сожалению, вот в последний момент надо было двоих отставить, которые прошли весь этап, и мне было очень сложно сделать выбор. И чисто по человеческим качествам все трое там место. Мне даже обидно было, что Лутфулла Тураев не попал. Ну, у нас полузащитники на тот момент... В принципе, очень много было полузащитников, и выбор пал на других. А тут или Крушельницкого надо было, почему я сделал? Потому что Крушельницкий до этого он все время привлекался. Ну и, честно скажу, он не убедил меня, вот честно говоря, да, в своих, что он будет играть с первых минут. Ну а если человек не играет с первых минут, защитник, и у нас были, кем его, мы же не просто так взяли, Адыла Ахмедова туда поставили. В связи с этим надо было просто оставить футболиста опытного, который может забить. И Бакаев соответствовал этому уровню. В принципе, он всегда отличался бомбардирскими качествами. Поэтому потом в последний момент оставили Бакаева. И, как правило, угадали с ним. Хайдаров, Ахмедов, Кауи, Аллах, Я Рабба, Ахмедов, Я Буссу Шарита Левтитах. Odil Ahmedov 2011-yilda o'zining juda yaxshi sport holatida edi. Tayanch himoyasida o'sha vaqtda O'zbekistonning tengsiz futbolchisi edi va unga markaziy himoyada o'ynaysan deganingizga Odil qanday munosabat bildirgan bunga? Ну, я уже как-то говорил об этом, но повторю еще раз. Дело в том, что перед самим Кубком Азии Адыл увидел, что мы его наигрываем над центральным защитником. И он как-то подошел ко мне и сказал: Корнеевич, если, говорит, кто-то сильнее меня в опорной зоне, я могу в запасе сидеть, проблем нету, я могу не играть. Мол, если там в этот момент Кападзе, и у нас Азиз играл в этой позиции. Я ему объяснил, что да нет, суть в том, что... Я как мог ему донес. Я говорю, если ты помнишь, сборная Германии, она становилась чемпионом мира только тогда, когда Бекенбауэр до этого играл опорного, один из лучших опорных полузащитников был. Его сделали центральным защитником, и сборная Германии стала чемпионом мира. Дальше Замер такой был, если помните. Он тоже был один из ведущих полузащитников, опорников. На чемпионате мира его... поставили центральным защитником, и сборная Германии стала чемпионом мира. Дальше Матеус, если помните, насколько известный футболист, один из лучших футболистов атакующего плана. Его сделали центральным защитником, либеро поставили, и сборная Германии опять стала чемпионом мира. Да, и я поэтому ему привел. В интересах нашей команды просто, в связи с тем, что у нас нет центрального защитника, который обладает первым пасом, я его вынужденно поставил туда и, в принципе, угадал. И плюс у Адыла есть такое качество – он может хорошо держать мяч, дистанционная скорость, и на этой дистанционной скорости, когда он ее набирает, он может одного, двоих, троих спокойно обыграть. В опорной зоне он не может разогнаться, там большая скученность футболиста в центре поля, поэтому его сильные качества, он их теряет, он начинает обыгрывать вдоль, понимаете, куда легче побежать вдоль. А нам надо было, чтобы он вперед атаковал, поэтому его оттянули назад, играя центральным защитником, у него есть возможность набрать эту скорость, и дальше мы использовали это все время. Мурабилар, марказий ҳимояченинг биринчи тўпни узатиши муҳим деб кўп айтишади. У қанчалик муҳим марказий ҳимояча ҳужумни бошлаб бериши? Защитник должен отдать мяч полузащитнику. Полузащитник должен отдать нападающим. Тогда будет этот футбол, который привлекает людей. Если будет наоборот, вратарь бить вперед. Это не будет так интересен этот футбол, мне кажется. Это совершенно другая игра будет. Поэтому, ну, это больше на американский футбол начнет похоже. Яна, Осиё кубогига хотиралариге кайтсак, 3-чи, 4-чи ойинда Жанубий Кореяга 3-2 ҳисобида ютқазганмиз, лекин ўша ойинда терма жамоамиз ирода кўрсатган 0-3 дан 2 та гол урганмиз. Александр Генрихнинг дубли ва айниқса Александр Генрих
Паненко услуга пенальтин тепкен, стопка болмаган бўлса да, ўша ўйин сиз учун яхши хотира бўлиб қолганми ёки ачинганмисиз сиз учун ўринни ола олмаганмизда? Ну, после Австралии эта игра произошла, понимаете, да, и естественно, когда... Сейчас по новым правилам за третье место не проводится даже, да? Вот. Поэтому очень сложно настроить людей на игру после такой, ну, после поражения, когда до финала остается один шанс, и люди проигрывают. А тем более мы проиграли 6-0. Вот сложно было настроить футболистов. Тем более Южная Корея, она всегда стратегически неудобный соперник для нас почему-то. После 1994 года мы никак не можем их обыграть, да? Ну, надеюсь, у нас получится обыграть их. Вот. Поэтому было очень сложно настроить. Я помню, что после того, как мы начали проигрывать 3-0, потом Генрих забил пенальти, Навкарова забили 3-1. В раздевалке я обратился к ребятам, сказал, что ребята, они успокоились, им кажется, что игра сделана. У нас впереди 45 минут, мы физически лучше их выглядим. Поверьте, надо верить, и не с таких позиций мы выходили. Мы можем переломить ход игры, они успокоились, корейцы. На что я заметил, Джиперов усмехнулся, сказав, что корейцы, мол, успокоились. Он же там играл в Корее, он лучше знает. Я говорю, ты сомневаешься? Я говорю, поверь мне, мы их обыграем. Но, к сожалению, когда счет стал 3-2, мы имели большое преимущество в этом, после 3-2. И если бы Соломов в том моменте был момент, забил бы, я думаю, что мы смогли бы эту игру выиграть. А так, ну, 3-2. К сожалению, проиграли. Осиё чемпионатидан сонг сизга бўлган ишонч ортди ва жаҳон чемпионат саралашига ҳам терма жамоани сиз тайёрладингиз. 3-чи саралаш босқичининг 5-чи турида Тожикистон билан ўйнаганмиз ва 3-0 ҳисобда ғалаба қозонгандик. Ўша ўйинда жуда кўп футболчиларимиз сарқ картишка олишган ва кейинчалик ОФК футболчилар мураббийнинг кўрсатмаси асосида картишка олишган деб уларни битта эмас 2 ўйинга дисквалификатсия қилганди. Ва ўша вақтда футболчиларимиз биронта футболчини жароҳат етказиш эвазига картишка олишмаган ва офика уларни тўғри жазолаган деб ўйлайсизми? Ну, вот ещё раз, я тогда тоже как-то в Австралии мне этот вопрос задали, я сказал, это потому что не соответствует фэйрплей, не то, что мы сделали, да, мы никого же не обидели этим, мы это тактика такая, в футболе тактические соображения, как в любой битве, да. Это мы исходим из того, какие правила нам предложили. Вот суть в чем? В том, что АФК была не права изначально, потому что отборочный цикл Азии отличается от европейского отборочного цикла. Понимаете? У нас несколько ступенчатый отбор. И мы попали в группу, где у нас была последние два Японии, Северная Корея и Таджикистан. Да? А были команды, которые тоже вышли в финальную часть. У них соперники там были Камбоджа, там, не знаю, ну, не хочу никого обижать, соперники послабее, чем Япония и Северная Корея, согласитесь. И вот вы, когда выходите в следующий этап, учитывая там, что желтые карточки остаются, я считаю, что это несправедливо, понимаете? Потому что выходишь в следующий этап, это совершенно другие соревнования. Надо начинать с нуля. Вы представляете, вот мы играем в Японии там, или с Северной Кореей, да? И вдруг началась заруба такая, как называют, бывает же все это на футболе. Там красную дали, тому дали, тому дали. И что получается? Мы в следующий этап выходим, у нас полкоманды не может принимать участие. Только из-за того, что когда-то до этого нам попался соперник, который был, спровоцировал у нас хулиганские действия или еще что-то. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, учитывая вот это все, то, что карточки сохранялись в следующем этапе, я, естественно, ну, надо быть... Наверное, глупым не использовать то, что ты дошел, понимаете? Ну, зачем нам? Игра с Японией уже ничего не решала, по большому счету, для нас. Мы уже выходили в следующий этап, да? Ну, лучше перед ними получить следующий этап, который более важен. Выйти с чистыми, без карточек, игроками. Нам еще 8 игр нам предстояло играть. Ну, поэтому я исходил только из этих. И еще раз говорю, мы же никого не обидели, соперника ничем не ущемили их права. Поэтому. Худо шундай вазият Жозе Мауриньо Реалда ишлаганда хам бўлган ва у Серхио Рамос ва Икра Касилисга сарқ картишка кўрсатиш олишини айтган. Ва ўшанда журналистлар ундан сўрашганда, "Ҳа, мен шунақа дедим, нима бирон кишини хафа қилдимми ёки бирон кишига жароҳат етказдимми?" деб жавоб берганди. Ва ўша саралаш босқичининг Японияга қарши ўйини футболчиларимизнинг ҳозиргача ёдда. Токиода Японияни асосий таркиб футболчилари бўлмаган йигитлар билан 1-0 ҳисобда енгандик. Бугун орамизда бўлмаган Александр Шадрин ягона ёрқин ўйинни кўрсатган ва ўзбек футбол тарихига ўз номини қолдирганди. Ўшанда майдонга чиққан футболчилар ҳозир ҳам Суперлига ўйинларида қатнашади. Масалан, ўша голли ҳужумни бошлаган Ойбек Қиличев,
қанаттан топ нұзатқан Жасур Хасанов, Баходыр Насимов, Шод Рахматуллаев. Умыма осы ойынды қандай естайсыз? Біз Японияны қандай мағлуп еткендік? Ну, в тот момент мы были, ну, на хорошем уровне выглядели ребята. Так получилось, что, в принципе, в тот момент я олимпийскую сборную тренировал. И, в принципе, концепция такая была, что эти футболисты, которые были моложе и играли в олимпийской сборной, они, те требования, которые были в национальной сборной, им было знакомы. И поэтому это было несложно освежить команду и молодые ребята. А в сборную всегда должна свежая кровь поступать. Поэтому тогда она будет расти, тогда будет конкуренция. Поэтому даже после того, как дисквалифицировали футболистов, которые получили желтые карточки на следующий год с Ираном. У нас, кстати, с командой Иран отсутствовал 9 человек, если помните. Инчипаров там. Да, и несмотря на то, что отсутствовал 9 человек, я не постесняюсь сказать, мы обыграли сборную Ирана, только судейские ошибки, которые были, не позволили нам это сделать. Да. Поэтому там забили чистый гол. Как мог судья не заметить, что мяч пересек линию? Ну ладно, не заметили, что пересек линию. Но то, что защитник руками вытащил оттуда мяч, это было сложно не заметить, даже несмотря на то, что он японец, понимаете, да? Поэтому я даже убежден, что тут... И больше всего обидно было, что когда я уже меня уволили же после Ирана, да, я сидел, открытие Олимпиады смотрел, и этот судья был четвертым, понимаете, вот жизнь такая, да, несправедливо. Он в Лондоне там на Олимпиаде выходит, а ты сидишь без работы. Вот так несправедливо бывает иногда. Ну ладно, так что бывает. Уже Иран был военный сарингез, 94-й дакиқада гол өткізіп жіберганбыз, жуда аламли мағлубият болган, ва сізни истифога чиқаришгандан сонг футболчилар норози бўлганини айтишади. Сизга қандай таъсир қилган ўша истифо? Яхши жамоа шакллантиргансиз ва жаҳон чемпионатига чиқишни мақсад қилгансиз, лекин биринчи турдан кейиноқ сизни истифога чиқаришди. Ну, мне сложно судить, я не знаю, но да, футболисты, конечно, мне очень жаль ребят, потому что мы, я думаю, что определенный этап прошли с ними, и у нас были хорошие шансы попасть на чемпионат мира, я был даже убежден в этом, и думаю, что это в какой-то мере, может, и сказалось, не знаю, сейчас сложно вернуть все назад, а в тот момент, да, действительно было обидно, потому что, ну, в принципе, мы одно поражение всего за этот период, за этот цикл, всего из-за одного поражения, и так получилось. Мы прошли отборочный цикл без поражений. Занять первое место в такой группе, где Япония и Северная Корея, ну, это дорого стоит, я думаю, что и по игре мы достойно выглядели. Даже я помню Блаттер, когда приехал сюда, он даже сказал Мирабро Зуфаровичу, ну, я поздравляю, вы наконец на чемпионате мира, хотя еще до чемпионата мира был отборочный цикл целый, поэтому, ну... Люди, которые футбольные, они видели, что действительно сборная Узбекистана сделала определенные успехи. Уже без рекорда истинно Япония была уйдан сон. Японялик журналистлар сіз білан интервью олган ақылда ештікамыз. Ва уже интервью үчін 2000 доллар сізге берешкен ақылда ештікамыз. Бұ қанчалек рос, яке миш-миш мы бұ? Ну почему? Да, действительно заплатили. А чё, почему нет? Дело в том, что так получилось, когда мы сюда приехали, и ко мне обратился представитель Федерации футбола, говорят, Вадим Карлянович, вот с вами японцы хотят взять интервью. Ну я, раз мы в капиталистическом мире, я говорю, бесплатно, кто будет давать интервью? Когда-то я одному журналисту, просто в шутку нашему, он всегда интервью брал, но меня никогда не спрашивал ни о чем. Я говорю, поверь мне, придет время, ты у меня за деньги будешь интервью брать. Я пошутил, да, так? Ну так получилось, кстати. Ну, красность или нет. И вот когда японцы захотели взять интервью, я ему сказал, можно, только за деньги, пожалуйста. Ну, потом он пришел, говорит, а сколько они дают? А сколько сказать? Я говорю, ну сколько они дают, пусть дают, скажи, вот за интервью пускай дают. Ну, он пришел, озвучил 2000. Я говорю, ну пусть прилетает. Ну, они прилетели, мы на Портакоре дали интервью для телевидения. Они же на этом тоже заработали деньги, я думаю. Так что, ну, нормальное явление, ничего. Ну, я думаю, я вошел в число немногих тренеров, которые за деньги дают интервью, надеюсь. Хоть здесь отличились. Бермаса интервью алыватканымыз, демак, біздің бақытымыз. Да, вот видите, вам бесплатно ждаем, поэтому еще. Сіздің фаулиятыңызда олимпиада терма жамоасыдағы ойындар хам мұхим рөл ойнайды ва Ташкенттегі Бірлескен Араб Әмірліктері қарсы хал қылушы ойын есесеңіз керек. Бізге дұрай нәтиже хам бізді Лондон олимпиадасына алып шығарды, лекин біз 2-0 хисобыда ғалабаны хам сақлап қала алмаған ва 3-2 хисобыда имкониятты бой бергендік. Осы ойында нима болғанды? Ну, во-первых, там ничья нас не устраивала, нам нужна была только победа.
там турнирная ситуация такая сложилась, что именно победа нас выводила, да. Опять-таки, вот АФК, когда делают отборочные, ну, правила выписывают, очень на это надо было бы обратить внимание. Наверное, это, скорее всего, беда того, что мы никак, наши представители не представляют нас, АФК представляет Японии, там работники Эмиратов или еще какие-то работы. Поэтому вот там в правилах, я вам официально могу сказать, были все сделано для японской сборной, да? Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что мы когда играли отборочно олимпийский, там по правилам, значит, в следующий этап выше выходит команда, которая набрала больше всех очков. Второе считалось, кто больше всех забил, потом идет разница мячей, забитых и пропущенных. И вот мы играем в турнире, который отборочный, да, когда у нас финальной частью стала Австралия, Эмираты и Ирак. Мы сыграли на выезде в ничью с Эмиратами. Ирак обыграли здесь, сыграли в ничью с Эмиратами на выезде. Австралия. И с Австралией ничью сыграли. Набрали 5 очков, получается. В это время в первом туре играл Ирак, играл в Эмиратах. После того, как мы их обыграли, они обыграли Эмираты 1-0 на выезде, если помните. И вот, когда мы второй этап начался, второй круг имею в виду, мы обыграли, значит, Австралию, и у нас получается дома 2-0. И получается, у нас 8 очков стало. В это время играла команда Ирака с Эмиратами у себя дома. Ирак в Катаре тогда принимал на нейтральном поле. И когда игра произошла на следующий день после нас, я сидел и болел за то, чтобы как бы команда Эмираты хотя бы ничью сделала, да, или бы выиграла, потому что Эмираты проиграли дома Ираку, потом на выезде сыграли в ничью с этими, как, с Австралией, и с нами ничью сыграли. У них всего было 2 очка. У нас уже 8 было. Теперь, когда после того, как они проиграли, Эмираты забили гол, команда Ирак подала протест на то, что в команде Эмирата играет футболист 85-го года рождения. Он заявлен был за команду, знаете, да, Эмиратов, как 85-й год. Он забил в Лиге чемпионов даже. Когда этот протест подали, ФИФА, рассмотрев его, приняла решение о том, что неожиданно для всех, что в первой игре, которую Ирак выиграл в Эмиратах, у них играл футболист, который имел 2 желтые карточки на предварительном этапе. Вот понимаете, да, вот эти правила, которые не должны были не соответствовать, я вам говорю. И вдруг им дают 3 очка вместо одного. У них получается ровно столько же, сколько у нас. 8 на ровном месте. Но плюс им дали победу со счетом 3-0. Вы можете себе представить? Мы, значит, играем, выигрываем кое-как, набираем 8 очков, и у нас забито всего 3 мяча там или сколько. А у них сразу 5 забитых получается, понимаете? И трое, 3-0 кому дали? Кто этот забил? Кто футболист, который забил эти 3 мяча? И как это возможно? Вы понимаете, да? И у нас сразу получается, что мы только за счет того, что мы должны выиграть, выйти в следующий этап, понимаете? Но это же неправильно, согласитесь, это не по-спортивно. Вот здесь где спортивный принцип? Ну это, конечно, введя 2-0 такую игру, я сам был в шоке, и до сих пор это самое обидное поражение, которое вообще можно себе представить. Мы уже были одной ногой в Лондоне, и вдруг нас опустили вниз. Но это передать словами нельзя. Я, в тот момент такое впечатление было, я сам поплыл, когда счет стал 2-2 за минуту. И я даже не знаю, вот в этой ситуации повторить это невозможно. Как будто в нокдаун попал, такое ощущение было. Ирон Карлос Кейриш бошчилигида эндигина шакланишни бошлаганда ва айтиш жойиз бўлса Ўзбекистон билан ўйинда Ирон биринчи катта ғалабасини қўлга киртганди. Ва Ирон ҳозирда Кейриш билан 8 йил ишлагандан кейин жуда юқори даражага кўтарилди. Уларнинг ўша ўсиш жараёни нимага бунчалик мукаммал кечди деб ўйлайсиз? Кейриш билан Осиёнинг энг кучли жамоасига айланишди десак бўлади. Ниманинг ҳисобига бунчалик кучайди Ирон? Ну что, Кейришу помогло, это повезло, что меня убрали, он стал добиться таких успехов, так что я думаю, что ему повезло, да. Если бы они меня не убрали, я думаю, его бы раньше убрали, вот и все. Интервьюлардан бирда Виталий Денисов Шимолий Корея билан ўйинда 1-0 ютканмиз. Ўша ўйинда Шимолий Кореядаги муҳит ҳақида айтганида, фақат меҳмонхона, қоп-қороңғу кўчалар, фақат меҳмонхонадан стадионга борамиз. G'alati taassurotlar bo'lganini aytgandi Shimoliy Koreyada. Siz o'sha Shimoliy Koreyadagi o'yinni qanday eslaysiz? Hatto hisobni onlayn bilolmaganmiz o'shanda va o'yin tugagandan so'ng Genrix Golorov O'zbekiston yutgani haqida aytishgan. Мы, в принципе, прилетели в день игры.
так получилось, что тогда чартер нужно было организовывать, да, и я ходил сам по поводу чартера договариваться, тогда Тян был министром, да, я ходил по поводу чартера сам туда договариваться, потому что важная игра была с точки зрения таблицы турнирной, очень важная была игра в Корее, если бы мы там не выиграли, навряд ли мы вышли бы из группы. Календарь был так составлен, что вот игра в Японии и Северной Корее без нас могли решить, что они двое выйдут, а мы останемся за бортом. Мы летели, вот удивительно будет, но Северная Корея очень развитая страна. Высокие здания с Сеулом можно сравнить. Единственное, что действительно света не было. Когда мы подлетали, внизу была темнота конкретно, и куда садимся, непонятно. Потом мы сели, и единственное, в аэропорту, наш один самолет был в аэропорту, который подрулили мы прямо к зданию центральному, я так понял, что это здание аэропорта. И, значит, горел портрет трех руководителей бывших Северной Кореи, отца, значит, дедушки и его. И там свет горел только там, на этом портрете явно. Ну, внутри того же здания горел свет, мы зашли, у нас стали проверять, кроме нас никого не было, пограничники были. Они у нас забрали сотовые телефоны почему-то, а насколько я понял, iPhone, эти телефоны забрали сотовые, мы там сдали их, айпады почему-то не забрали. Вот, айпады у ребят были, я насколько помню. А телефоны сотовые забрали. Мы вышли, сели в автобус, стали ехать. Везде было темно, пока мы ехали до города. И на перекрестках везде, вот когда фары так, знаете, выворачиваешь, и стоят наши УАЗики 69-го года, которые старые еще, вот эти советские. И мы доехали до города. В город приехали, в городе уже свет был так, но не так ярко, понимаете? Да. Мы поселились в гостиницу, такого класса. Ну, вот в советском стиле, таком сталинском, знаете, пол был, значит, весь в этом, в мраморе, большой зал, большой холл. Мы поселились, поднялись наверх, сразу на ужин, мы заказывали ужин тогда. Мы пришли на ужин, ужин был, конечно, скромный, можно так сказать, кушать по большому счету такого ничего не было, там курица, вермишель и все, что там, и печенье какие-то были. Мы, зато сам ресторан, он крутится, как в Останкино, да, он так крутится и скрипит пол. Мы по нему так сидим, но по ходу крутится. И обзор такой, высотное здание, это очень красивый город Сеул. Химьян, да. Вот. Мы сразу ночью пошли спать, утром поехали на игру, полный стадион, люди идут на футбол. На что обратил внимание, что все таких мужчины, все таких встречах, как у Сталина было такое, встреча у всех, и женщины. И это мне напоминало фильм «Весна на Заречной улице», когда с завода идут люди, знаете, вот так, да. И вот так все шли на стадион, и мы проехали сквозь эту толпу, полный стадион. Да, интернета не было там, насколько я понял. И мы играли, а потом уже, оказывается, узнали, что мы выиграли 1-0 через некоторое время. Терма жамоадан кеткеніңізден соң, Локомотивке мураббий сифатида қайттыңыз ва o'shanda Mirjalol Qosimov bunyodkor bosh murabbiy edi va o'zbek futbolida Abramov Qosimov intrigasi boshlandi. O'yinlarda oldin ajiotaj, ikkita murabbiy ishtirokida anjumanlarda ham odam ko'p bo'lib jurnalistlar qiziqarli savollar berishar va o'ziga xos yoqimli intriga paydo bo'lgandi. O'sha holatlar sizga yoqarmidi? Ну, это нормально же для футбола. Я думаю, что так интерес подогревается, если когда на ровном месте какие-то делают сенсационные там высказывания. Это нормально для футбола, я думаю, что интересно. Мы скромно не будем, наверное, с Косымом, как Маурини с Пеп Гвардиолой там соперничать из скромности. Ну, на нашем уровне какие-то, наверное, интересно было для болельщиков. Поэтому вы, журналисты, сами это подогреваете высказыванием. А так, соперничество на поле у нас, это нормально. Я думаю, это помогает нам обоим расти, как тренерам. В узбек футболда хархал интригалар бўлган. Масалан, дастлабки йилларда нефчи пахтакор қарама-қаршилиги ва кейинроқ бунёдкор пахтакор қарама-қаршилиги ва футболчилар ўртасида ҳам Одил Аҳмедов ва Сервер Жипаров ўртасидаги юқорида айтганимиз Абрамов, Осимов қарама-қаршилиги ҳозир футболимизда мана шундай қизиқарли интригалар етишмаётгандек. Мана шу ҳам футболнинг ривожланишига қандайдир тўсқинлик қиляётгандек. Сизга ҳам шундай туйилмаяптими? Ну да, это объединяет наш футбол. В принципе, всегда должна быть интрига и должна быть вторая команда, которая будет соперничать. Ну, наверное, на сегодняшний момент это, наверное, Пахтакор и Локомотив, я так думаю. Но насколько это будет захватывающе в этом году, посмотрим. Я думаю, что Насав тоже
хорошая команда, которая может вклиниться в эту борьбу. Думаю, что и на Манган, в принципе, хорошая команда. Ну, как я до этого говорил, после пятого тура будет видно, какая интрига будет в нашем чемпионате. Бунёткор Озбек футболга куручи сифатта кирип келганда ва куручи юқори дивизионда биринчи ўйинни қайси жамоа қарши ўтказган эсингиздами? Ну, когда вы про трактор, наверное, хотите спросить, да? Ну да, да, было такое, да. Ну тогда мы, в принципе, имели преимущество перед ними, как это будет ни странно сказано. В принципе, потому что я уже с трактором до этого работал сколько-то лет, да, по-моему, лет 5 или 4 я уже работал с трактором. А команда Куручи только образовалась, и, в принципе, несмотря на то, что у них подбор серьезных футболистов был, это все равно команда, в которой ты работаешь несколько лет, имеет преимущество над командой-дебютантом. Поэтому это нормально для нас. То, что мы обыграли их, в принципе, в честной борьбе обыграли. Тағдыр Бунёткорны юқори дивизиондаги биринчи ўйинда мағлуб эткан мураббийни ҳозирда Бунёткорга мураббий қилиб қўйгани ҳам қизиқ. Бугунги футболнинг икки машҳур икки мураббий ким деса, агар кўпчилик Пеп Гвардиола ва Жозе Мауриньони айтишади. Vaholanki bu murabbiylar ikkalasi ham butunlay boshqacha futbol vakillari. Gvardiola aytadiki, to'p senda bo'lsa, o'yinning nazorati senda bo'ladi, sen kontrol qilasan o'yinni. Mourinho aytadiki, to'p senda kamroq bo'lsa, sen kamroq xato qilasan deydi. Siz mana shu ularning o'z qarashlari o'zlaricha haq. Qanday qaraysiz mana shu fikrlarga? Ну, наверное, и тот, и другой вправы в какой-то степени, да, обычно говорят. Но я думаю, они со мной согласятся. В принципе, каждый тренер, нормальный тренер, подбирает тактику, которая соответствует его футболисту. Всегда под футболиста подбирается тактика. Если у вас сильные футболисты на какой-то позиции, вы, естественно, сильные стороны своей команды будете демонстрировать. Если Пеп Гвардиола имеет в атаке Месси, имеет таких полузащитников, которые у него были, конечно, ему выстраивать эту игру, под контроль взять мяч и контролировать. Если есть такие футболисты, которые могут это исполнить, конечно, будем диктовать так. Если у Мурини не было таких футболистов, которые это могут исполнить, он на своих сильных сторонах выходил. Там у него Рамос, там этот защитник еще португалец, который Пепе, да. Но он выходил на этих сильных сторонах. Поэтому в этом и было интересно соперничество. Вадим Карлинович, сіз қанчалік көп футбол көресіз? Европаның қайсы чемпионаттарына қызығып көресіз ба? Мұқлыстық қыладыған жамағыңыз бар ма? Ну, сейчас в Европе, в принципе, два чемпионата, которые топовые, да? Ну, один топовый точно, это английский чемпионат. Потому что там такие большие деньги крутятся от телевидения, и все лучшие футболисты, в принципе, собраны там. Но сама по себе испанская лига тоже интересна. Другое дело, что сейчас соперничество не такое сильное между Реалом и Барселоной. Барселона имеет преимущество определенное сейчас. Поэтому вот эти два чемпионата, за которыми, в принципе, которые мне нравится смотреть. Но интересно, бывает иногда какие-то определенные игры из итальянского и, естественно, немецкого чемпионата. Топовые там Барселоны, когда Бавария играет с Боруссией, или же Ювентус играет, грубо говоря, с Миланом, хотя там Наполи тоже неплохой футбол показывает. Ну, на сегодняшний день, в принципе, английский чемпионат более интересен, потому что там топовых почти 6 команд сейчас, которые борются, даже кто в четверку попадет, и то интересно смотреть. Европа, да, өткен елларда бір нәрсе күзетілдеки, битта футболчының бошқа чемпионатқа өтші, өші чемпионатның дәрежесіне көтеріп орды. Масалан, Криштиану Роналдуның Ювентуске өтіші, Италия чемпионатының дәрежесіне кескін ошырды. Масалан, бізді қам бірінші болып телеканаллар Италия чемпионатының трансляция құқығын сатып алышты. Яки олдырақ, ПСЖ Неймарны қарит қылғаннан соң, Франция чемпионатыға болған қызықыш орты. Мана шундай футболшыларның болышы футболда қанчалық фойдалы? Ну, вы сами заметили, что, в принципе, сейчас диктует телевидение, насколько я понимаю, футболом. Кто больше заплатит, а медиа и создают эти звездные. Сейчас Мбаппе, да? Мбаппе, вот он тоже, да, будущая звезда такая. Его сейчас раскручивают, но он действительно талантливый футболист. И медиа это чувствует, быстро ориентируется на это. И поэтому я думаю, что вот тут будущее за телевидением, как всегда говорил герой фильма «Москва слезам не веет», да? Поэтому вот от телевидения будет зависеть, куда будет развиваться. Сейчас вот они тоже, я думаю, что больше всего из-за того, что телевидение прельщает, это Лига чемпионов, они хотят форматы поменять, зарабатывать, предлагают больше деньги футбольным клубам, а футбольные клубы для того, чтобы им развиваться, конечно, будут
деньги диктуют сейчас все. Yuqorida futbol ko'p ko'rasizmi deb so'raganimizda sababki, o'yinning jamoalaringiz har xil taktik qo'llanmalar, jarima to'plarini tepishda, burchak to'plarida har xil noodatiy usullarni ko'rganmiz. Masalan, Osiyo chempionati vaqtida o'sha Server Jiparovning Maksim Shatskiy quvay darvozasiga jarimadan tepgan o'sha serverning qo'li bilan jarima devordagi futbolchilarning ochilishini ko'rishdi yoki Sanjar Tursunov burchakka borib, to'pni tepmasdan to'pga tegib qaytgan o'shanda hakamlar tushunmay qolishgandi. Mana shunday har xil noodatiy g'oyalarni qayerdan o'ylab topasiz? Ну, безусловно, это все же отрабатывается на тренировочном процессе, это все нюансы, которые закладываются в тренировочном процессе. Я думаю, что мы, выходя на поле, должны думать о болельщиках, и чтобы их порадовать, вот футболисты придумывают такие трюки, которые должны вспоминаться, и потом это обсуждаться, и веками будут обсуждаться родители своим детям, внуки своим внукам и так далее. И поэтому я думаю, что про этот чемпионат, который был в Катаре, еще долго будут рассказывать друг другу поколения наших детей, внуков. А мы рады, что мы были задействованы в этом чемпионате. Кайсы мурабейларны узыңыздың кумирингизді біләсі? Кайсы мурабейларның фаулятыдан узыңызге орнак оласыз? Мне всегда прельщали и Венгер, как тренер. В принципе, Гвардиола работает очень хорошо, и Маурини. Вы понимаете, и Капелло тот же. Я многих не назову, потому что тренер – это такая... Как бы это правильно выразиться, наверное, она штучное произведение. Стать тренером, наверное, научиться сложно. Это или дано, или не дано. Это по мне, как мне так кажется. Потому что столько тренеров выходит с этими лицензиями, которые сейчас придумали, лицензии, там учат их, там обучают. Ну, это как врачи, знаете. Институты выпускают очень много врачей, но вы когда идете, независимо от того, это город Нью-Йорк или... Деревня какая-то, в какой-то деревне может находиться такой врач, который он один-единственный, к которому обращаются люди с этой проблемой. И только он может решить эту проблему. Вот врачи штучные, учителя штучные, и тренеры тоже штучные. Поэтому то, что я перечислил, это всем известные тренера. Futbolda murabbiyning o'rni qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Masalan, Gvardiola vaqtida butun dunyoni titratgan Barcelona, Gvardiola ketgandan so'ng Bavariyaga Чемпионат Лигасында 2 ойында умуми 7-0 хисобида имкониятни бой берганда бўлмаса таркибда Месси, Хави, Иньеста каби футбол афсоналари бор. Мураббийнинг ўрни қанчалик муҳим футболда? Ну вот Гвардиола и доказал, что не, до этого говорили, что он вот из-за того, что у него там Месси, Иньеста или еще, он пришел в чемпионат Германии и доказал с Баварией, что этот стиль он привел немецким футболистам, которые там есть, где не было Иньеста, не было. Но на сегодняшний день этот стиль игры, который сейчас проповедует Ман-Сити, он и в Англии доказал всему. Поэтому Ман-Сити один из сильнейших клубов Англии стал действительно по игре, которым сложно обыграть. Он доказывает, что тот стиль, который он проповедует на сегодняшний день, имеет преимущество перед остальными, как мне кажется. Но в определенной игре все может случиться. Вот Тоттенхэм вчера, кстати, и доказал, что, видите, обыграл Ман-Сити. Неизвестно, как будет в следующей игре, но в этой игре Тоттенхэм обыграл. В принципе, мне товарищ как раз звонил и говорил, что-то он болеет за Тоттенхэм и говорит... Почеттино, я думаю, что он не является топ-4 тренеров. Да, на что я ему в смс-ке, он с Москвы мне звонит, я ему смс отправил. Наоборот, Тоттенхэм, смотри, как здорово играет сейчас, он тактику такую выбрал, при которой Ман-Сити не видно этого преимущества. Действительно, это было видно с первых минут. Я думаю, что Тоттенхэм выиграет, я ему так сказал. И уснул, кстати, я даже не досмотрел. Сегодня утром вижу, что 1-0. Tottenham bilan o'ynaysangiz, o'sha o'yinda Son Heung-min g'alaba to'pini kiritdi, koreyalik va u osiyolik futbolchilar ichida chempionlar Yevropa Chempionlar Ligasida 10 ta gol urgan ikkinchi futbolchiga aylandi. Nima deb o'ylaysiz, birinchi futbolchi kim bo'lgan Osiyo chempionlar Yevropa Chempionlar Ligasida 10 ta gol urgan osiyolik futbolchi? Ну, не знаю, это сложно мне сказать, в принципе. Bu terma jamoamiz tarixidagi yaxshi to'pchi Maksim Shatskiy bo'lgan. Максим Шацкий хакыда шу урында сурасайга, сіз унгуя мурабейлик игансыз. Кандай футболчы еді Максим? Ну, Максим был профессиональным футболистом, и уже, к сожалению, я стал с ним работать, когда он уже заканчивал, к сожалению. Поэтому, если бы мы раньше встретились, может, он больше принес бы пользы национальной сборной Узбекистана. Потому что всегда я помню, его критиковали, потому что в киевском «Динамо» он был лидер, побил все рекорды в Киеве, да, а как бы за сборную Узбекистана не так ярко выступал. Но всегда, еще раз говорю, Месси, играя в Барселоне, и Месси, играя за сборную Аргентины, имея других партнеров,
совершенно разные месяцы, согласитесь. Так же и с Максимом было связано. Мне, поэтому для этого, чтобы оценить уровень футболиста хорошего, партнеры должны правильно играть, понимать, с кем они играют. И футбол – это командный вид спорта. Поэтому все зависит от партнеров, как они смогут взаимодействовать в той определенный момент, в той игре. И также и растут, все друг другу помогать должны в этом отношении. Мы знаем много индивидуальных сильных футболистов, но когда они попадают не в свою команду, потихоньку, то как звездочка, она тухнет. Максим Шацких, узбек футбол тарихдаги энг яхши легионерлардан бири бўлган десак бўлади. Бизнинг футболчиларимиз Европа кучли бешликларида бўлмаса ҳам, Европанинг яхши чемпионатларида ўзини кўрсатган, масалан, Миржалол Қосимов, Одил Ахмедов ва ўртада футболчиларимизнинг легионер бўлиши тўхтаб қолганди ва кўп футболчиларимиз четга кетмай қолганди ва охирги йилларда яна легионерларимиз оқими кўпайди. Икром Алибоев, Рустам Ашурматов, Дўстон Турсунов, Сардор Рашидов Португалия чемпионатида ўйномоқда. Futbolchilarimizning legionerga aylanishi futbolimiz uchun yutuqmi yoki bu terma jamoaga qiynaladimi? Ha, murabbiy xohlagan vaqtda chaqira olmasligi mumkin futbolchilarni. Legionerlarning ko'payishi futbol uchun qanday ta'sir qiladi? Ну, понимаете, сейчас сравнивать вот Шацкого и тех легионеров, которые вы сейчас перечислили. Алибаев меня расстраивает, он же, по-моему, в первой лиге корейской играет. Насколько выше лиги, да, но это хоть радует. А насколько я знаю, Шурматов в первой лиге, да, корейской. Да, ну это же, понимаете, это мы понижаем уровень нашего футбола таким образом. Он хороший футболист, но он должен играть на уровне. Действительно, когда узбекский футболист будет играть в Ювентусе или же играть в какой-то лиге, там это совершенно разные вещи. Для того, чтобы сборная развивала, еще раз говорю, чтобы легионеры были востребованы, для этого национальная сборная должна добиваться определенных успехов. Если вы помните, до Катара у нас легионер всего был Шацкий, но это еще в начальной стадии его забрали, как бы. А по большому счету это только Джиперов, насколько я помню, в Корее там попал, и то считалось это вообще как здорово. Но после Кубка Азии, после того, как удачно выступили ребята, то, что я им говорил, что вы будете востребованы в других чемпионатах, так и получилось. У нас сразу много легионеров стало, которые заиграли и в Эмиратах, по-моему, и в Катаре, и везде. Был такой всплеск, да, в Анжи. Ну, в Анжи это другая история совершенно, да, Адил Ахмедов. Поэтому в чемпионате России Турсунов там. И поэтому, я же говорю, это все зависит от первой сборной. Когда успех будет у национальной сборной Узбекистана, вот как японцы сейчас и корейцы, в связи с тем, что успешно выступают, их футболисты востребованы в таких чемпионатах, как Италия, Англия, Испания. Вот. Сейчас китайцы тоже прогрессируют, как бы, за счет того, что легионеров приглашают, большие деньги вложены в чемпионат Китая. И первые китайцы уже начали играть и сразу попали в Англию, по-моему, один футболист. Да, и в Испании тоже, да. Поэтому все зависит от первой сборной. Если первая сборная будет хорошо играть, у нас легионеры будут. А сөзіміз оқырда, сіздан өзіңіз шілеген футболшылар Рамзи Джамасыны түзі берсеңізді сөреңіз. Ең күшілей, 11 футболшы сіздің қол осыңызды ойнаған. Символическая сборная ваша. Я символическая сборная, которую я бы туда, ну, все, кто в Катаре играл, всех бы включил. В каком тактике вы выбрали? Ну, в связи с тем, что у нас защитников мало, 3-5-2, наверное. Ну, не знаю. Мне сложно судить, я не хотел никого обижать. В принципе, у нас достаточно хорошие футболисты всегда были. И узбекские футболисты, они достаточно талантливые. В принципе, при правильном подходе дела можно всегда с ними сделать сюрприз для любой команды. Рекорды и сауларымыздан бірге жауап берер екенсіз. Мұрабор Усманов не істедіңіз? Мұрабор Усманов бүгін орамызда жоқ ойынсон. Узбек футболы үшін көп іш қылған инсан, Мұрабор Усмановны қандай қатыралар білен есілесіз? Ну, этому человеку я отдельно должен быть благодарен, потому что если бы не он, я бы никогда, наверное, не был бы тренером национальной сборной. Вот, поэтому он очень много сделал для узбекского футбола, это большая потеря. Я как руководитель очень сильный. Нам вообще это, в футболе всегда везло на руководителей, поэтому будем надеяться, что и в будущем те руководители, которые будут руководить футболом, будут профессионалы своего дела. А Мирабор Зуфарович был действительно профессионал, большой профессионал. Надо отдать ему должное. Он много сделал для большого, для футбола узбекского. Валим Карленович, вақтыңызды аямай, сауларымызға жауап бергеніңіз үшін рахмат.
Умид қаламызге бұниоткорының навадтай ғалабалардан сөңхам үшіраштырамыз. Рахмат сізге. Спасибо вам тоже. Успехов. Давайте. Спасибо.